В начале встречи стороны тепло поприветствовали друг друга. У наших организаций одинаковые цели, задачи и стремления, отметила председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичпа. Мы сейчас поставили наши уставы, они совершенно идентичны. То, что сказала Валентина Александровна, совершенно все вот эти ценности, семья, государство, родина, цели, задачи и стремления одни. Это установить в своих странах, в своих регионах мир. Вот за это мы боремся, и это мы сейчас желаем и России, и нам всем. Движение «Матери России» было создано в 2012 году по инициативе общественного и политического деятеля Валентины Петренко. На сегодняшний день оно объединяет более 700 общественных организаций, работающих в сфере семьи, материнства и детства в России. За традиционную семью наша организация борется, за то, чтобы поднять на уровень мать, на тот уровень, чтобы действовали кавказские даже законы. Ведь на Кавказе бросила платок между двумя войнами и прекращается война. К сожалению, ни одно поколение еще не прожило у нас без войны. Но мы, матери России, за это боремся. Мы боремся вместе с вами, мы плачем вместе с вами. Руководитель Сухумского отделения движения Фируза Каппа отметила вклад России, добровольцев и диаспоры в победу в Отечественной войне народа Абхазии. Общение матерей-добровольцев продолжается и сегодня. Каждая круглая дата ездим к семьям этих добровольцев, посещаем Северный Кавказ, в Нальчик, в Южную Осетию, в Северную Осетию, в Адыгею, в Черкесск, в Турцию. Они на отдых к нам в Пицунду приезжают, отдыхают. Мы приходим, гостинцы приносим. Они вот, когда мать с матерью поделится, у них больше вот как-то вот эти переживания как-то облегчают сердце. Представительницы организации выразили надежду на взаимное плодотворное сотрудничество. Гуланзе, Нарсоу Цулуке, Абхазское телевидение.